причина? То, что на видео какая причина была? Я думаю, что фонтан старый тек. Ну, ты думаешь, надо найти причину. Ну, сейчас же ничего не течет. Чтобы больше ничего не текло, на площади Кирова у фонтана заменили коммуникации. Также сняли верхнее покрытие и заменили грунт на новый. До конца недели подрядчик должен уложить щебень. Работы идут по графику. Вместе с площадью приводят в порядок и скверу цирка. На объекте побывал губернатор Валерий Радаев. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». После благоустройства здесь установят памятник основателям цирка, братьям Никитиным. Кусок этот ландшафтный как-то рекреационный отработан уже, да, по проекту, да? Да, это все предусмотрено в проекте. И высадка цветущих кустарников, и подсадка деревьев крупномер. Все по проекту, да. Ну вот надо, чтобы зелеными зонами тоже занимались. В ноябре на Чернышевского появится бадминтонный комплекс. Пока здесь закладывают фундамент. Всего сделают 7 бадминтонных площадок. Заниматься этим видом спорта смогут одновременно 30 человек. Также здесь появится площадка для занятий экстремальными видами спорта. Но вы сейчас в графике или нет? В графике. У нас 15 июня заканчивается контракт. До 15 июня он уже должен все выполнить. Это что, контракт на что? Первый, нулевой цикл. В поселке Солнечный 2 делают сразу два объекта. В 11-м микрорайоне строят школу. К 1 сентября будет готова спортивная площадка. После замечания губернатора здесь строители ускорились. А вот в 10-м микрорайоне для местных жителей возводят поликлинику. Правда, на неделю подрядчик отстал от графика. Где-то в 17 часов я уже не вижу здесь работников по камере. Поэтому просьба, удлиненный рабочий день должен быть. Все-таки лето, ну да, до 10 вечера светло. Три или смены. Почти круглосуточно работают и на этом объекте. Строительство дворца водных видов спорта несколько раз останавливали из-за отсутствия финансирования. Сейчас здесь доделывают кровлю. После приступят к отделке большого зала и бассейна. Все работы подрядчик завершит к концу этого года. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов 24.